президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин! Дорогие друзья, я от души всех приветствую. Приветствую и поздравляю вас с праздником, с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией. Вот ровно 10 лет назад на Красной площади здесь, передвигаясь вот на эту же сцену, вспомнил о том, что Крым часто называют непотопляемым авианосцем. Именно это и навело на мысль сказать о том, что Крым вернулся в родную гавань. Но Крым – это не только стратегически важная территория. Это не только наша история, наши традиции и гордость России. Крым – это прежде всего люди. Севастопольцы, крымчане. Они – наша гордость. Они через десятилетия пронесли веру в Отечество. Они никогда не разделяли себя с Россией. И именно это позволило Крыму вернуться в состав нашей общей семьи.